Ой, кефир купил. Свежая блинки, свежая сметанка. Вот здесь, там ты блинок я забрал. Сейчас, чаек свой свежий. Компот. Ой, и кефир вот купил. А то салат, где было огурки, капустка, помидорки, там цибульки. Не цибульки, нормально, знакомые.
Черешни. Я так купил.
Алексеев блинки. Вот он кефир. Но периодически включал, не был включен самолета режим, самолета режим, вот эту емкость набрал, это когда на 25% кажется заряжал вот эти две верхние, а тут я еще периодически его экран включал и проверял, или он заряжает. То есть не заряжает, а какой заряд батареи периодически проверял. Поэтому тут вот и тут я полностью заряжал, кажется, да, на 0 ампер. Этот вот до 25 миллиампер я заряжал. Этот на 0 миллиампер, когда ток потребляем. Теперь 0,35. Этот вот, да, где-то 25 миллиампер я заряжал, потом отключил, и он показывал 100. Этот тоже буду пробовать на 25 зарядить, потом отключу.
тут до салатки кабачки его поджарил, принес. Валит. Тут и салатка, и кабачки его поджаренные с другой стороны.